это было, да, очень долгожданно, потому что 8-летний перерыв между Олимпиадами – это достаточно долго, и поэтому мы все томились в ожидании, да, допуска к этим играм, потому что Олимпийские игры – это совершенно другие соревнования. В каждом забеге мы собираемся с ребятами, и у нас такая небольшая пятиминутка, там, да, может, она длится максимум там, 20 секунд, наверное, 30. Каждый что-то может сказать, подбодрить. И я не нашел никаких слов для ребят, я только лишь им сказал, что, ребята, мы сейчас выходим сюда, мы уже медалисты Олимпийских игр 100%, но я хочу вам сказать, как круто быть олимпийским чемпионом. Это самое лучшее, что может быть в карьере спортсмена, поэтому я желаю вам стать тоже олимпийскими чемпионами, и сегодня мы можем сделать историю. У нас была главная задача в полуфинале – отдать себя на 110%. У нас не было других шансов. И, как вы видели, чтобы выйти в финал, нужно было сбегать быстрее олимпийского рекорда. Прошло не так много времени, но все это время я анализирую, и у меня есть только один вывод, что, скорее всего, в полуфинале мы отдали все свои силы, что в финале через полтора часа мы не смогли просто бороться с норвежской сборной и, к сожалению, проиграли в этой борьбе. И поэтому есть небольшой осадочек. Конечно, серебряная медаль – это классно, здорово. Мы в любом случае выиграли. Но эмоций было немного, на самом деле. Видимо, так сильно нахлынула усталость, что даже, наверное, первые несколько дней не было никаких эмоций. Тут было как-то достаточно сумбурно. Наше награждение было именно в день командной гонки. И вот первые три часа после командной гонки это был допинг-контроль, пресс-конференция, цветочная церемония, переодевание, выезд в отель, выезд на церемонию. Потом был такой сумбур, и эмоций было не так много. И самый наш молодой парень в команде, Даня Алдошкин, ему 20 лет, он говорит: слушай, а так должно быть? Я вот как бы, ну, выиграл медаль, а у меня нет никаких чувств и эмоций. Я говорю: слушай, я тоже ждал, говорю, гораздо больше от этого, но надеюсь, что это все придет через то пару-тройку дней, и постепенно, да, приходит осознавание того, что мы сделали классное дело. Встреча была крутая просто. Это, наверное, самая приятная часть Олимпийских игр, вот, после награждения, да, потому что очень много людей было, болельщиков, которых, как оказалось, вот, и вот именно их не хватало в Пекине. Нас встречал оркестр, хор, музыка, гимн, люди, флаги, шарики, все это вместе, и было очень много детей. Если хоть один из тех детей, которые были в Шереметьево, в аэропорту, хоть один из них начнет заниматься коньками, шорт-треком, это будет здорово.